Ребята, всем привет! Сегодня мы поговорим о количественном счете предметов. Количественный счет используется для определения количества предметов. Используя данный счет, можно ответить на вопрос, сколько для этого предметы и считают. То число, которое при счете называют последним и указывает на количество предметов. Внимательно посмотрите на картинку. И ответьте на вопрос, сколько предметов на ней изображено? Правильно, один предмет, один мяч. Посмотрите на следующую картинку. Сколько яблок изображено на данной картинке? Правильно, на картинке изображено два яблока. На следующей картинке мы видим пирамидки. Ответьте на вопрос, сколько пирамидок изображено на картинке? Один, два. 3. Видите, мы остановились на цифре 3. Оно и указывает, сколько предметов изображено на картинке. В данном случае 3 пирамидки. На следующей картинке изображены цветочки. Ответьте на вопрос, сколько цветов изображено на картинке. 1, 2, 3, 4. Видите, мы остановились считать на цифре 4. Значит, и на картинке изображено 4 цветочка. На следующей картинке изображены карандаши. Сколько карандашей вы видите на картинке? 1, 2, 3, 4, 5. Видите, мы закончили на цифре 5. Она указывает на количество предметов на картинке. То есть на этой картинке 5 карандашей. Посмотрите на следующую картинку и ответьте на вопрос, сколько листочков изображено на картинке? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Значит, на картинке изображено 6 листочков. На следующей картинке изображены бабочки. Ответьте на вопрос, сколько бабочек на картинке? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Правильно, на картинке изображено 7 бабочек. На следующей картинке изображены кружки. Ответьте, пожалуйста, сколько кружек вы видите на картинке? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Последняя цифра указывает на количество предметов. Мы насчитали 8. Значит, на этой картинке изображено 8 кружек. На следующей картинке изображены птички. Ответьте, пожалуйста, сколько птичек изображено на картинке? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Правильно. На этой картинке изображено 9 птичек. На следующей картинке изображены снежинки. Сколько снежинок изображено на данной картинке? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Правильно. На данной картинке изображено 10 снежинок. У количественного счета есть свои правила. Давайте их рассмотрим. На следующей картинке изображены утята. Ответьте на вопрос, сколько их? 1, 2, 3, 4, 5. Мы закончили счет на цифре 5. Она указывает на количество предметов. Значит, перед нами 5 уточек. Первое правило, что счет осуществляется всегда слева направо. 1, 2, 3 и так далее. Но бывают различные задания, когда необходимо посчитать предметы справа-налево. Давайте посчитаем наших утят справа-налево. Посчитав слева-направо и справа-налево, мы получили одно и то же число, число 5. Поэтому можно сделать вывод. Предметы можно считать как слева-направо, так и справа-налево. И это не будет влиять на результат. Давайте рассмотрим еще один пример. Смотрим на следующую картинку. На картинке изображены кружки. Давайте посчитаем их и ответим на вопрос: сколько кружек на картинке? Как правило, счет начинается слева направо, сверху вниз. Поэтому счет начинаем с красной кружки. Начинаем с красной и продолжаем дальше слева направо, сверху вниз. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 это цифра, на которой мы остановились. Значит, перед нами 9 кружек. Но бывают задачи, когда счет надо начать не с левого верхнего угла, а с указанного. Давайте это попробуем. Например, давайте посчитаем наши кружки, начиная с черной. Слева направо, снизу вверх. Так как и в том, и в том случае у нас получилось одинаковое количество кружек, 9, то можно сделать вывод. Начинать счет можно с любого предмета. На следующей картинке у нас изображены бабочки. Давайте ответим на вопрос. Сколько бабочек изображено на картинке? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На картинке 7 бабочек. Необходимо запомнить еще одно правило. При счете нельзя считать предметы дважды, а также считать нужно все предметы. Ребята, вы большие молодцы. Теперь вы знаете, как правильно выполнять количественный счет. Давайте попрактикуемся с полученными знаниями. Сколько машинок вы видите на картинке? Правильный ответ 7. На следующей картинке изображен стручок с горошинами. Сколько горошин вы видите? Правильный ответ 6. На следующей картинке вы видите пирамидку из кубиков. Сколько кубиков в этой пирамидке? Правильный ответ 10. Далее мы видим две ладошки. Сколько пальцев на обеих руках? Правильный ответ 10. А сейчас, ребята, мы с вами порешаем веселые задачи. Белка сделала качели собрались лесные звери, еж и пятеро зайчат. На качели все спешат. Вы, ребята, не зевайте, всех зверей пересчитайте. Ребята, сколько зверей вы видите на данной картинке? Правильный ответ 7. Девочка рисует дом. Очень много окон в нем. Тут их три, четыре там. Посчитай, все окна сам сколько окон нарисовала девочка в своем домике правильный ответ семь у лариски три редиски у алешки две картошки у сережки сорванца два зеленых огурца а у вовки две морковки посчитайте поскорей сколько будет овощей правильный ответ 9 овощей. Ребята, вы молодцы. Сегодня на уроке мы познакомились с количественным счетом предметов. Мы узнали, что этот счет поможет нам ответить на вопрос, сколько. Также мы познакомились с правилами количественного счета. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.